Ну что, с победой, какие первые впечатления? Ну, на самом деле, огромное впечатление, потому что долгожданная победа, все заждались ее очень давно. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня приехали в таком количестве поддержать нас. На протяжении всей игры их было слышно, и они поддерживали нас достаточно уверенно. И это сыграло определенную свою роль. Забили два хороших мяча и вот пропустили нелепый гол. Есть что сказать по этому поводу? Да, ну нет особо. Потом посмотрим по видео, поговорим с ребятами, разберем этот момент. Я думаю, впереди Хабаровск. Да, уже надо думать на самом деле о следующей игре. Разберем ошибки и будем двигаться дальше. Остаемся в ФНЛ. Конечно, тем более, ну, блин, у нас другого выбора нет вообще.